Он оскорбил Александра Усика. Сука! Соси, сукин сын. И вот к чему это привело. Это была жаркая осень 2017 года, когда в Берлине состоялся грандиозный турнир, посвященный имени Мухаммеда Али, в котором приняли участие сильнейшие боксеры первого тяжелого веса. Александру Усику, как обладателю на тот момент титула чемпиона мира по версии WBO, была предоставлена привилегия выбрать соперника. Взгляд украинца, недолго думая, пал на бывшего чемпиона мира, скандального немца Марка Хука, для которого данный шанс был одним из последних в его карьере. Ведь уже в 32 года он успел провести на ринге 45 профессиональных поединков, из которых 40 раз выходил победителем. Марко не отличался примерным поведением и на протяжении всей своей спортивной деятельности вытворял сомнительные поступки как на ринге, так и за ее пределами. Александр Усик для этого хулигана не стал исключением. Сначала немец стал всячески задевать соперника словами, ну а после принялся к физическому воздействию, устроив практически потасовку с украинцем на процедуре face-to-face, попутно его оскорбив. Сука! Соси, сукин сын. Для Александра Усика такое отношение к себе было впервые, и он, конечно же, был удивлен. Однако то, что должно было спугнуть боксера, наоборот, сыграло ему на пользу, ведь таким настроенным на бой Усика еще никто не видел. И вот 9 сентября в спорткомплексе имени Макса Шмелинга боксеры под крики заведенной толпы вышли на ринг. Ринг-анонсер объявил имена боксеров, и бой начался. Бой начался стремительно. Уже с первых секунд Александр Усик принялся пробивать соперника опасными двойками, тогда как Хук старался работать на контратаках. Однако преимущество украинца с каждым раундом росло на глазах. Усик был намного быстрее, техничнее соперника. И немцу ничего не оставалось, кроме как грязно боксировать. Что-что, но в этом плане данный боксер был мастер. Но Александр и к этому был готов, умело убирая свою голову и защищая затылок руками. Грязные выходки соперника на Александра никак не повлияли, и он принялся дальше избивать своего визави. Казалось, что он способен в любой момент завершить схватку, но специально этого не делал, дабы насладиться избиением выскочки.
В последних раундах преимущество Усика было неоспоримым. Александр наносил целый тоннаж безответных ударов. Стало ясно, конец близок. И он наступил. В 10-м раунде, когда после продолжительной атаки Усика, во время которой Хук просто стоял у канатов и принимал удары, бой остановил рефери. По итогу, победа Александра Усика техническим нокаутом в 10-м раунде. После поединка Александр Усик признался, что получал неимоверное наслаждение от каждого удара по сопернику. «Я хотел побоксировать с Хуком еще, когда у него пояс был. Он такой наглый, грязный, самоуверенный. Мне хотелось по-спортивному, по-красивому наказать его. Конечно, хотелось именно дать ему. Но знаете, в чем момент? Судья рано остановил. Не до конца Марко получил именно за что должен был. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал. Друзья, обязательно поставьте лайк этому ролику. И не забудьте оставить комментарий. Всего хорошего. Всем пока!»